Страйкбольные 40-миллиметровые выстрелы ударной инициации от производителя из России компании TAG Innovation. Принцип действия ударных выстрелов следующий. При выстреле из пускового устройства выстрел инициируется. Далее, при попадании в твердую поверхность, выстрел взрывается. Если просто ударить данный выстрел от твердую поверхность без инициации в пусковом устройстве, взрыва не произойдет. Данные выстрелы могут использоваться как со специальными пусковыми устройствами TAG Innovation, так и с другими пусковыми устройствами, которые совместимы с гильзами TAG. Для того, чтобы произвести выстрел с использованием гильзы, необходимо заправить гильзу газом, установить выстрел в гильзу, установить все это в пусковое устройство и можно стрелять. При использовании данных выстрелов угол прицеливания относительно линии горизонта должен быть не менее 20 градусов. Перед тем, как начать стрелять, настоятельно рекомендую убедиться, что в зоне поражения нет людей без защитных очков и защиты головы. Данные выстрелы предназначены для использования на специальных площадках для игры в страйкбол. Во избежание неприятных ситуаций крайне не рекомендую использовать их в других местах.